Здравствуйте, дорогие рукодельники! С вами снова я, Татьяна Цибульна, швейное кафе. Сегодня я вам расскажу, как нам сделать лоскутный блок. Но как же нам облегчить нашу работу? Вот видите, вот такой квадратик. Он состоит из двух треугольников поменьше и одного побольше. Если нам этих квадратиков нужно, ну так, штук 50, то вы подумаете, ой, как это долго, муторно сшивать эти треугольнички. А ведь существуют методы, когда эти квадратики делать очень быстро. Как же мы это будем делать? Ну, для начала мы сшиваем два треугольника. Но мы сшиваем их, они у нас получаются как... Получаются... Они у нас получаются вот как бы половинка вот этого треугольника. Мы сшиваем их между собой. Сшиваем их между собой. Дальше нам нужен вырезать вот такой треугольник. Но сейчас я вам открою секрет, что у нас вот из этого блока получится два вот таких блока. То есть мы берем лоскуток ткани, раскрываем наш треугольнички, у нас получился вот такой квадратик, и мы прикладываем на кусочек ткани квадратик, чтобы у нас не расходилось. Конечно, это нужно разутюживать, чтобы ткань лежала лучше. В нашем случае мы заколем булавочками, так как у нас петушка сейчас здесь нет. Мы с вами находимся в торгово-развлекательном центре, поэтому здесь мы слышим немножко, детки шумят. Ничего страшного. Вот. Мы с вами пришили, вырезали вот такой лоскуток. Видите, квадратик. Так, теперь нам нужно сделать, мы помним, да, вот такой квадратик. Как мы это делаем? Мы берем мел или карандашик, прикладываем вот так вот по диагонали и чертим линию. Мы чертим линию. Мы чертим линию поперек вот этих двух треугольников. Дальше мы на величину шва с двух сторон от центральной диагонали чертим две линии. И по этим линиям мы сейчас нанесем строчку. Так, вот смотрите. Мы сейчас... Мы сейчас все-таки не закрепим, потому что, чтобы у нас не распустилось, поэтому мы вот так сделаем. Ни в коем случае здесь не надо завязывать никаких узелков, мы просто вот пару раз прошьем на одном месте, и у нас эта ниточка закрепится. Так, отрежем еще одну ниточку, сделаем узелок и прошьем с другой стороны.
интересно. Вы видите, что даже вот когда я шью на руках, это достаточно быстро. А если бы я сейчас шила на машинке, я бы их уже шила десяток. И что мы делаем? Мы теперь по диагонали разрезаем наш квадратик и получаем два квадратика вот таких, которые состоят из трех треугольников. Двух маленьких и одного большого. Вот буквально за несколько минут у нас с вами получилось . Смотрите, что же у нас выходит. А где у нас еще один прохожий? Получился буквально за 5 минут. Ну, как бы это один из вариантов, да? Это может быть вот такой. Видите, здесь вот получилось у нас квадратики и вокруг еще квадратик. Это как вот такой. Может быть. Может быть, вот такой у нас квадрат, да? Интересно. То есть он интересен тем, что у нас не просто вот напополам два треугольника, а что они еще разделены на две. Я здесь сделала два синих оттенка, а допустим, а могли бы быть синий, желтый, яркий и вот такой оранжевый, и они очень бы сильно выделялись. Это я вот здесь сделала, допустим, так. Вот. То есть, вот на самом деле очень много можно разных вариантов сложить. Посмотрите. Очень много, это получится у вас целые полосы. Я этим мастер-классом хотела сказать и показать вам, что для изготовления блоков существует очень много различных вариантов. В следующем занятии я хотела бы вам показать новый блок, тоже ускоренным вариантом его изготовления, и это очень облегчит вам изготавливать ваши изделия. Мало того, это оставит вам возможность что-либо творить, а не как бы тупо сшивать треугольнички или квадраты. Поэтому творите с удовольствием, живите уютно. А я с вами прощаюсь, с вами была Татьяна Цибулина и мой кашляющий оператор.